Отличные трассы для игрушечных машинок, место для посиделок молодежи, спортивный снаряд для тренировки собак. Эту конструкцию можно назвать как угодно, но только не фонтаном. Ведь как давно здесь нет воды и брызг, точно сказать никто не может. Я не помню, чтобы этот фонтан когда-то работал. Вот сколько лет мы здесь вот ходим, не работает он очень давно. И все сетуют о том, что вот он не работает. И то, что хотя бы чуть-чуть вы его приводите в порядок, это очень хорошее дело. Давно уже, давно. Вот как забросили, так и все обещает все сделать. И это очень хорошо. Так что давайте, молодежь, приводите все в порядок. Пермские художники Олег Иванов и Александр Жунев дожидаться, пока фонтан приведут в порядок, не стали. Взяли краски и сами решили запустить в него воду и морскую живность, рыбок и огромного осьминога. Я еще когда маленький был совсем, я видел этих львов на фонтане золотыми, и мне казалось, что там что-то происходит, какая-то своя фонтанная жизнь интересная. И я рад, что не я один такой оказался, что мы нашли этого осьминога в фонтане, увидели, что мы вот пришли в свободное время и сделали вот это. Это примерно как в книжке про Буратино. У них не было даже очага, но им очень хотелось очаг. Они его взяли и просто нарисовали на холсте. Также и мы. У нас есть заброшенный фонтан, но мы хотим, чтобы он работал. И мы нарисовали в нем воду.